Здорово, геймеры, с вами Мавик. Продолжаем сразу же с того же места, как мы и закончили. Скиппи. Играем пистолетом Скиппи. Установка Умным оружием. обновления. Это займет несколько минут. А, несколько минут. Обновление, окей, обновляйся. Так вот, мы выбрали режим для этого пистолета Скиппи. Некритический урон мы наносим. И после 50 убийств, ну, обезвреживания врагов, должен включиться режим постоянные убийства, ну, хедшоты в голову. То есть критическое попадание. Будет офигительно. Нам до туда просто надо дойти. Еще. Здесь мы сохранялись или нет, я не помню. До туда дойти, я имею в виду до туда. До того момента, а не до туда. Оттуда-туда. До того момента, когда будет 50 убийств у нас уже. Не критических. Ну, я думаю, где-то 30, мы уже за прошлую серию 30 или 40 обезвредили бойцов, и у нас еще чуть-чуть осталось пострелять. Заминка, конечно, с патронами. Не всегда можно найти патрончики, но это такое себе дело наживное. Нам помогает дробач в этом. Пипа. В колючей проволоке все. Ну что? Смотрите. Отрабатываем. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Спасибо, Чумба. На здоровье, Чумба. Такой милый пистолетик. Спасибо, Чумба. По чуть-чуть восстанавливаемся. Любопытный факт. Согласно традиционным христианским воззрениям, вы сгорите в аду. Клочья разорву. Это банда какая-то там. Перестрелка бандитов. Мы к ним немного подлезли. Это в нас стреляет. Представляете себе? Бандиты. Ты собрал. Вот ты где, посмотри, сзади подкрался. Двадцать пять патронов. Я думаю, кто это меня сзади-то выносит? Прям в репу. Посмотрим, пистолетик прибавились, патрончики. Мочить нахуй! Пошел ты!
Хорошо, хорошо. Офигеть, сколько здесь много. А может, здесь мы свой скиппи и немного покачаем. Ой-ой-ой-ой, как нехорошо-то вышло. Но ничего, степ бай степ, как говорят американцы, шаг за шагом. Прямо как будто очутился в первом уровне. Как будто в первом уровне. А что там мигало на карте? Did you know? Yes. Знал ли ты? Знал. Это у нас полицейские, мы их патрульных не трогаем. Вот, начала. Понеслась упаковочка. О, да. О, да, говорю. Дробач у нее, понимаешь. Кто там нас убивать собирался? А вот сейчас пойдет опять жара, конечно же. Беги, беги. От нас все равно не скроешься. 60 патрончиков. Давайте поразбираем оружие, которое нам будет мешать. У нас тут вообще фонарь. Ты под кайфом, что ли? Самоубийство, киберпсихоз нет. Клочья разорву, паскуда. Ну я тебе жопу надеру! Что это за херня? Вот дальше, да, пойдет там, конечно же, засранца дофигища. А тут у нас патронов маловато. Вот этот самый быстрый. Самый такой боевой. И, блин, а и дробаче осталось-то мало патронов. Мочить нахуй! Thank you.
esto te pasa por meterte con... ¡Solo Valentinos! ¡Valentinos! 4, 5, 6 патрончиков. Пожалуйста, Чумба. Давай, давай. Сука! Медали! Охуенно! И это Чумба. Фиги здесь банда, короче, попалась. Здесь бы, наверное, уже было бы 50 убийств, если имелось бы больше патрончиков для скипи.
Максдока у нас 181, дофигища. Это мы куда, в банду их не попали? Кабинет. Вот здесь мы прибарахлимся. Смотрите-ка, сколько здесь эдиков. Перегружены. Патрончики есть для пистолета, для боевого. Ну, хоть что-то мы добавили. Овертюр, ну, блин, может все такое оставить. Хотя овертюр мы сможем сделать. Ну, чё ж я парюсь. И такое мы сможем себе сделать. Кенсин. Что-то у нас за задание здесь. Что? Украсть данные. Сами того не зная... Какие-то вещи никогда не меняются. Они думают, от их крестика в бюллетене что-то зависит. В этом городе ты хоть куда свой крест можешь ставить, будет коррупция. Голосуют за одну и ту же сволочь. И каждый раз, сука, верят, что уж теперь-то все точно будет иначе. Что тут скажешь? Так им и надо. Выйти из ресторана. Ну, я хотел бы, да, выйти, но по максимуму урон нанести. И пособирать здесь всякую... О, патрончики для пистолета есть, отличненько. Мерда, больно. Как она стоит, в какой позе? Ракушка. Как дела? Ого, сколько хороших предметов. Так, с 55-1C. Не туда мы пошли. 9. 7А. 7А. Читаем все компьютеры. Возможно, может быть что-то интересное из задания какое-то получим. Идеальная работа. Все точно по плану. С тобой приятно работать, Ви. Заказ закрыт. Нечего жаловаться. Если болит, а что мы получили за заказ? Да ничего у меня не болит, кретин. Я про молодежь говорю. Когда-то 56 тысяч у нас. Были принципы. Мы уважали сам. 3800 Эдди, это маловато для такого количества здесь убийств. Бурито, бурито, шмурито. О, мы так и не добрались до бандитов. Бежали, бежали и вообще другим занялись.
Это кто? Это кто вообще? Ты кто такой? Он ранен! Фига себе, банда. Сейчас ты... Давайте! Хозяйки, на заметку. Пятна крови можно легко удалить с помощью уксуса. Опять ну блин, я ж уже 50, наверное, убил около 50 бойцов в нашем скипе. А он до сих пор не хочет переключаться в режим тот, который нам надо. Прям разбои за разбоями здесь. Не понимаю, что здесь тупится. Я скипи работаю. А до сих пор еще ж 50 убийств, это стопудово есть. Или там надо 50 подряд без переключения на другое оружие нанести урон. Что это происходит-то?
Да. Оседал, чел. Да ёпта это. Займите позицию! Закройте брешь! Pendejo. ¿Qué pinche jueguito es este? Oh, ¡el carajo! ¡Órale! ¡Ya estanábleves! ¿Это кто у нас вообще? Лазучик. Нежданчик. Снаряжением, конечно, у нас проблема. Надо больше брони навесной и побольше переносить всякого оружия. Да сколько ж это ж уже можно бегать и убивать? Я уже больше 50 человек убил. А у меня до сих пор не дает скипи мне критических уронов навсегда наносить. Опять?
Так, я не понял, что у нас Скиппи пропал. Может, мы много лезвия с собой носим, и поэтому снаряжение. Так, давайте поразбираем из лезвия, что у нас тут. А, это все вот оно и занимает у нас. Я думал, что так автомата? Вроде мало взял, и все, и капец. Снаряжение перегружен, постоянно перегружен. Это мы еще до банды не добежали. Я узнаю эту банду. Здесь сейчас будет офигеть, какая банда, кажется. Да, я узнал эту банду. Это высокий уровень у нее. И нам надо там какого-то кибер... Не-не-не, нам надо не перегрузку, а кибер... Так, дай нам киберпсихоз. Все, пусть он там своих поубивает. Будем подальше. Еще одного киберпсиха сделаем. И друг друга лучше перемочат. Я здесь так психовал. И я не мог здесь победить эту банду никак. Дальше отбегу, потому что меня сейчас быстро убьют. Даже со снайперской винтовкой, ребята, не получалось быстро убить. Вы представляете себе, там... Я не знаю, сколько раз надо было стрельнуть, там раз 4, чтобы снайперка вынести снайпера, который стрелял наверху. Прикройте меня! Нужна помощь!
Этого еще нормально, а вот снайпера не получалось сносить. Хотя, может, у меня уже и поднялся уровень. Нет, снайпера не снес. Не, еще один выстрел, он меня убьет. Надо после каждого попадания уходить, если в меня попадут. Снес, наконец-то снайпер снес. Там должно быть у этой банды офигеть какое оружие. Так, смотрим, что здесь такого. У нас про документация AG Key 11 Yukimura мы получили. Какой-то Yukimura. И я сейчас гляну, что это за оружие. Недоступно. Валентинус!
Через какие-то укрытия мелкие мы, конечно же, можем прострелить. ¿Qué chingados quieres? Вижу, вижу. А так сможем прострелить? Есть. Прям в сраку. Уровень 37. Если уровень 37, значит здесь мы уже всех убили. Сюда обратно мы возвращаем нашего Скипи. Что там у нас? 21 пулька. Какая пулька? Где я снайпера убил? Здесь где-то. Я хочу к нему залезть наверх и забрать ту винтовку, которая там находится, офигительная. Которую он меня, собственно говоря, и убивал. Не здесь. Так, ну будем искать. Где-то ж по-любому я его убил, и он может где-то упал здесь. Все для винтовок. Патроны, все подряд. А вот для пистолетов нет. А вот для пистолета. Только хотел обосрать здесь все. Ну нет, не получилось. Не Чумба. Похоже, банда была. А вот снайперская винтовка. Все, я увижу. Которые меня сносили. Вот она, детка. Что это у нас? Это он меня с града стрелял? Так, ну давайте посмотрим, какая лучше тогда была, моя или его. Или у него броня просто офигительная была. Ну, погнали. Давайте сюда мы возьмем вот сюда нашу винтовку и сравним с градом. Вот это вот наша, с которой мы с надзора стреляли. И теперь новое смотрим. Град. Какой лучше? То есть град лучше, чем мой надзорчик? Нифига себе, это стандартная. Нормалюс. Так. Ну окей, давайте это возьмем. Если обычное оружие, даже лучше, чем мое. Поэтому меня сразу же и забирали так много хпшки. С одного выстрела. С двух выстрелов сразу убивал. Вообще, до того, как у меня было еще меньше брони, меня убивал этот снайпер с одного выстрела. Там в какой-то серии я вообще психовал. У меня броня 704, а там было еще меньше. 704 у меня из... выбивал так много у меня хпшки. Так, ребята, на этом, наверное, будем... Так, это у нас град. То же самое. Что в анфас, что в профиль.
На этом будем заканчивать. Продолжать будем уже, наверное, в следующей серии. Или давайте, слушайте, что продолжать? Давайте сейчас уже добьем еще минут 15. Я просто хочу уже с короткоствола. Блин, ну что не получается? Добить с пистолета? Перезарядка пистолета ускоряется на 10%. Это надо. Очки характеристики пока никуда не будем дергать. Ой, я так рад, что эту банду вынес. Ух, она мне реально кумарила. Я хотел сюда вернуться, но как-то так получилось, что... просто этот пистолет Скиппи меня привел туда, куда я хотел отомстить. Вернуться. Закурить есть? Хоть мы и взяли там способность увеличить скорость на 10% перезарядки, но и не думаю, что она сильно будет заметна. Если бы 30%, 50% сразу было бы заметно. Всем вспомогательным группам полиции поступило сообщение о преступной активности на Южной Скайлайн. Основная цель – Дензел Крайер по прозвищу Мозг. Дензел, он руководит небольшой группой так называемых животных и распространяет нелегальный стимулятор, известный как СОК. Властями города назначено вознаграждение за устранение Крайера и его группы. Покажите, кто тут здесь! Любопытный факт. Человеческое тело содержит от 5 до 7 литров крови. Давай, давай, давай! Ага, свинец мой жрет. Выебем его! Вперед! Большинство убийств совершается мужчинами. Такими вот вроде тебя. Оу, да. Не останавливайся. Я не хочу сдохнуть. У меня вся жизнь впереди. Там еще, я знаю, там еще один чувак спрятан сзади. Или двое их там, или трое. Мы к ним еще вернемся. У нас такое бронированное. Документация Инь Лун.
Инилун, я даже не знаю, что это такое. Снаряжение надо будет посмотреть. Еще у нас даже в прошлый раз мы не посмотрели. Вы перегружены. Обнаружен новый магазин. Сообщение пользователю. Ничего, что он так стоял ко мне спиной, а? И не лун. Думал, я пройду его, не замечу. Блин, ну смешно. Назад по любе надо вернуться, если посмотреть, если я что-то не дособирал. А я здесь уже все пособирал. Инь-лунь, или что у нас там появилось-то редкое? Ашура было, инь-лунь, инь-луня. Шмулунь. А, вот инь-лунь. Инь-лунь появилась. А это у нас, похоже, дянь 544, а это тоже 544. Ну, одинаковое оружие, только все идентичное. А нет, подожди, это вот наносит дополнительный электрический урон, с высокой вероятностью вызывает эффект Эми при попадании. То есть этот такой же самый, но этот еще с добавленной вот такой вот штучкой Эми. Вот это можем делать. Буря, Якимура уже. Гэндзю. Мы можем делать Якимура. Легендарная. Но Гэндзю не можем делать. Но Якимура можем делать. Это уже, кстати, прикольно. Вот благодаря этому пистолетику мы так ринулись и быстро все... Тебе поднакосили, это интересно. Непонятно, но и взять этот предмет нельзя. Написано, но взять ничего не можем. Поднять тело, хочу этот забрать. Он говорит пам-пам-пидам. Может, сейчас скажет, что уже мы нанесли большое количество убийств. Пам-пам-пидам. Пам-пам-пидам. Значит, будет у нас еще и третья серия, ребята. На этом сейчас будем заканчивать. И с этого момента я пойду там чайку себе заварю. Будем продолжать третью серию. Скиппи. Скиппи наносит урон. И благодаря этому Скиппи, блин, у нас два легендарных оружия, получится, можем делать. Нормально, короче, идем. Слушайте, благодаря все этому Скиппи. Увидимся в третьей части про Скиппи. Всем пока-пока. Не забывайте подписываться.